27 лет полного погружения детей в национальную культуру и традиции. В самарской школе Ектылык, что в переводе означает «свет», помимо основных школьных предметов, учащимся со 2 по 11 классы преподают татарский язык и литературу. А после уроков дети изучают фольклор, историю и культуру своего народа. Началось с отделения в вечерней школе. А с 97 года был налажен полноценный учебный процесс, когда школа переехала в отремонтированное здание бывшего детского сада. Желающих изучать татарский язык и культуру оказалось так много, что в 2007 году сделали пристрой. Сейчас в школе Ектылык учатся около 600 ребят с 1 по 11 классы. Преподавание основных предметов, таких как химия, физика и математика, ведется на русском. Но трижды в неделю дети изучают родную литературу и татарский язык. На нем учатся читать, писать и считать. Ноль, две, три, эш, дур, биш, алтэ, гиде, сиге. Рахима Хайрова татарский знает с детства. На каникулах она приехала к бабушке в Татарстан. И там не только выучила родную речь, но и так полюбила, что теперь заражает этим чувством детей. В семье Хайрова говорят только на татарском. Также Рахима преподает язык в школе. Основная моя задача – это сохранение, популяризация родного языка. Чтобы не только вот на слух, да, и зрительно ребята видели, запоминали наших великих поэтов, писателей, композиторов и понимали, что наш родной язык – это очень такой богатый язык. И я работаю как раз над сохранением традиции. Все силы отдаю, чтобы ребята, мои дети понимали, не только в школе, и свои дети понимали, что надо знать свой родной язык, разговаривать, то есть не стесняться. Каждому человеку говорю, берегите свой родной язык. Любимый поэт Рахимы – Габдулла Тукай. Татары считают его своим Пушкиным. А любимые стихи Габдуллы, конечно же, о родном языке. Строки так певучи, что даже положены на музыку. И туган тель, и матур тель, эт кемен кемнын тели, дыньяда күп нерсе белді. Я очень люблю петь, и именно через песни, через стихи, пословицы, поговорки идет вот работа, основная работа над сохранением языка. Дополнительные занятия в школе Ектылык также проводятся на родном языке. Изучают и национальную культуру. Например, мальчики осваивают борьбу куреш. Это национальный вид борьбы, основанный на греко-римской. Занимаются курешем около 100 детей в возрасте от 7 лет. С 10 лет начинают участвовать в соревнованиях. Есть среди них мастера и кандидаты в мастера спорта. А посмотреть на национальную борьбу татар можно во время сабантуя. Объединяет все стили борьбы. То есть каждый может прийти, попробовать свои силы. Задача поднять соперника и бросить на лопатки. Дисциплину дает, характер, то есть понимание, здоровый образ жизни в первую очередь. Ну и как бы нравственные такие моменты, что уважение к старшим. Изюминка и сердце школы Ектылык – музей Мирас, что означает «наследие», заведует которым Асия Сайфуддинова. Учитель с трепетом вспоминает, как в школе появился первый экспонат. Родители учеников принесли старинный сундук. Сейчас в музее представлены национальные одежды и обувь, головные уборы, домотканные полотенца и скатерти, орудия труда и музыкальные инструменты. Это средство для воспитания, для обучения. Это очень хорошее средство, музей. Если вот по-настоящему работать, это бесконечно можно здесь делать всякие мероприятия. Для малышей у нас есть в одном царстве, в музейном государстве, мы в виде сказки показываем, берем несколько интересных экспонатов и их обыгрываем. Ну, а старшеклассникам у нас есть обрядовые праздники, обрядовые мероприятия мы проводим, например, прием невестки в дом жениха. Они у нас есть фотографии. Есть козымясе. Это трудовой праздник по ощипыванию гусей. Это у нас очень интересно просто проходит. У нас есть гуси настоящие, пошитые.
Чтобы собрать такую богатую коллекцию, Асия вместе с учителями и единомышленниками выезжала в так называемые экспедиции по татарским селам. Экспонаты приехали из Камышлинского, Похвесневского и Челновершинского районов. Те экземпляры одежды, что раздобыть не удалось, сшили по строгим татарским канонам. Это вот пошито у нас прям по уже из Казани. Там они тоже чертежи нам прислали. Я связываюсь с Национальным музеем в Татарстане. С ними работаем. Но самый ценный экземпляр музея Мираз – вот этот намазлык. Так называется коврик для молитвы. Очень мне важен, дорог. Вот молитвенный коврик черного цвета, вышит тамбурным швом. И этому молитвенному коврику, который на татарском языке намазлык, уже более 100 лет. Эта бабушка умерла 89 лет, и ей передала ее мама, а ее маме передала ее бабушка. Часто учителя берут из музея какую-то утварь, чтобы использовать ее во время проведения урока. Вот и Асия вдохновляет девочек вышивать салфетки для свадебного чак-чака, демонстрируя образцы национальной культуры. Я сейчас в настоящее время работаю учителем технологии. И детям показываю вот такие экспонаты, которые это исконно татарская вышивка, которая сейчас очень широко везде уже применяется, все уже так вышивают, потому что это очень красиво и вот удобная вышивка. Понимаете, просто так сказать детям, вышиваем вот это, они не очень хотят сейчас. В настоящее время говорят, что это можно купить. А когда рассказываешь, что это, откуда это, для чего это, они начинают вышивать. Расти детей в национальной среде важно, но не менее важна и атмосфера тепла и взаимопонимания в учебном заведении. Именно такая и царит в школе Ектылык. Лилия Масалимова родом из села Денискино, где все говорят на татарском. Когда закончила университет, приняла решение пойти работать именно сюда. Я пришла, мне очень понравилось. Потом мне понравился, когда я уже начала работать, мне понравился коллектив. Очень дружелюбный, очень такой помогающий. Чтобы не забыть свой народ, во-первых, да, свой язык, и нужно передавать из поколения в поколение, я так считаю, что чтобы дети тоже от своих родителей, от учителей получали какие-то знания, какие-то традиции. То есть не забывали о прошлом, не забывали и жили сейчас настоящим. Мария Сагдиева в школу пришла вслед за супругом, который работает здесь учителем, и ни разу не пожалела о принятом решении. Здесь домашняя атмосфера. Здесь очень ярко дети выражают свою идентичность. Здесь всегда открыты и дети, и педагоги, и родители для каких-то новых шагов, для изучения чего-то нового. Здесь комфортно работать, комфортно находиться. И я думаю, не только мне, но и детям. Директор школы Ектылык Радик Газизов работает здесь 30 лет. По первому образованию он музыкант-баянист. Пришел сюда еще студентом преподавать музыку. А сейчас, помимо исполнения обязанностей руководителя, ведет предмет основы религиозной культуры и светской этики. И делает все возможное, чтобы дети помнили предков и знали свои корни. Вся наша воспитательная работа пронизана нашей национальной культурой, где мы стараемся и мероприятия проводить на родном языке. Конечно же, именно наши народные праздники стараемся проводить, где приглашаем, куда приглашаем и наших родителей, наших бабушек, дедушек. Стараемся, чтобы вот эта взаимосвязь поколений тоже происходила. Все педагоги школы – большие энтузиасты. Они без устали несут татарскую культуру детям. И Ектылык своим светом привлекает новых и новых учеников.